перебежала и прошла. Поехали скорее. Давай тише. Улучшить немного. Mechanics, please stand clear. We're ready to go. Четвертый этап. Канаду. Как раз начиная с Канады, с Франции, результаты сейчас поползут. Потом будет спад небольшой после. Бельги. А потом будет как печель туда-сюда. Так что записывайте и потом будем сравнивать, будет или нет. That's the fastest lap so far. Что результат?
Да, еще как из семьи вышли. Значит, на минимум где-то 6 и 7, 6 и 6. Ты если чё, допинг в бутылке. Класс. Сейчас потом канадский ДПСник остановит. А я попробую рискнуть. Everyone ready? Okay, let's go. Тоже я делал что? Нет, хард. Давай. Но только за. Я тоже сначала чуть не выехал, а потом вспомнил, что там уже дождь идет, не сначала. Только надо чудо результат показать на медиуме. Как раз таки 1.03. 0.3, да. Хотя бы 1.03. 0.7.3. Сейчас я 0.7.3. Давай 0.7. Правильно, все. Кто-то поди стену лизну. Надо было свой след оставить в истории. Ну, там в конце круга, так и он начал уже. Целый выход отлично сделал. Back a little. Mm-hmm.
Не лучше. Потому что машина скользит иногда. Опять та же проблема, что и в Португалии. Ну, это раз на медиа у меня там-то и на софте такая же была проблема. Не знаю, не уверен. Для меня шестое место это пока не уверен. Короче, 1.07600, если покажешь, это 11 место только будет. Так что, не уверен в медиуме. Thank you.
повреждения, что ли? Да. Время есть. Я для него. И только я в состоянии остановить ее. И с ней я слышу.
5 эльфов того. Может, в каком-то сезоне, как раз когда мы были в Астане Макларена, вы поднялись, теперь он Фатаури One lap of fuel remaining.
Впрочем, от этого, походу, будет польза. Мерседес, переходи. Толк, ты чё? Даже, надо сказать, не резал ты основные идеи, ты просто вообще идеально просто собрал весь круг. Вся мощь мотора. Тормоза у меня 60. Если чего. Если помнит. Даже третьим кругом, это каждый круг все улучшал. Так это настоящий рисунок был. Я думаю, ближе к концу сезона вернемся к этому вопросу. Ну потом поймем, в каких внутренних командах ты альпин, оба или по-разному. Ладно, сейчас вот потом. Что за он упрямился и северный до стены.
здесь сам максимум вышел. Это здесь. Не знаю, как я так круг собрал, но это вообще идеально все получилось. Последний шикарный идеально вообще прошло. Это, наверное, один из тех кругов, когда я только один раз такой получ получится. Второй раз уже повторюсь, либо где-то в тени будешь, либо еще что-нибудь. Тем перейти туда, где машина. Вообще не лучше. А, ну я понял ответ на мой вопрос. Что по итогам сезона будет ведром, значит туда мне переходить. Ох, вот что. Сезон помучился, как я. И то, куда ты все переходишь, ты все время на сон. Все выше и выше. Даже я, когда вас там в марте пересел. Смотри, куда я перейду, значит, там машина потом будет лучше. Мутался в Астон Мартине, а потом я туда пришел, и она поднялась в топ. А, вот Тифи не удалось 4-0 сделать. Так что 3-1. Переломил ситуацию. Я кое-что придумал. Ты слышал, как ночью выехал? Но не стоит бояться. Они сюда не придут. Я не боюсь ничего. Мне просто интересно. Я раньше не видел волков. Рустам Маша. Мне интересно, они здесь есть. Я сама что-то похоже написал. Заключить. Я пытаюсь отключить, когда микрофон в игре. Сделать здесь по дискорде по кнопке, чтобы вот это вот что-то не отвлекало. То есть, когда хочу что-то сказать, я бы так говорил. Не дублируется в игре и тут. Дублируется. Теперь не должно.
отключил, короче, микрофон в игре, но кнопку эту. Буду говорить через эту же кнопку, только вот так. И чтобы лишний звук, который идет у меня, он только мне мешал. Типа. After yesterday's incredible qualifying, there's no doubt we're in for an intense race here in Montreal. And I think we're just about ready to begin. We'll be seeing top speeds of around 210 miles an hour here at the Circuit Gilles Villeneuve, with around two-thirds of the lap taken at full throttle. High-speed chicanes spell potential danger, especially at the infamous Wall of Champions. And watch out for overtaking into the hairpin and the final chicane. Во время видео, в котором вы слышите микрофон. And as always, a man with plenty of racing experience joins me in the commentary. Tell me, Ant, you're no stranger to surviving the melee of turn one. So how do you keep out of trouble when there's so much going on around you? Well, the throttle goes both ways, Crofty. You've got to have the discipline not to try and win the race on the first lap. So always be prepared to lift early and give those around you more space. Trying to be the last of the late breakers with half a dozen cars around you may pay off from time to time, but it's also a great way to lose your front wing. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. The Professor lines up on pole position, and Alexander completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Leclerc, Gasly, Max Verstappen, and Ireland, Latifi, Hamilton, Perez, and Lando Norris, Tsunoda, Joe, George Russell, and Fernando Alonso, Ocon, Vettel, Lance Stroll, and Daniel Ricciardo, Lundgaard, and Mick Schumacher. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. Посмотрим, как пойдет. Тяжело это будет. Да, ну, учитывая, что у меня медиум, у тебя сейчас будет преимущество. Не пробуксовка, как обычно. Реактивная ракета какая-то. И что это было? Конечно, облом. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time, and there are no plans for a safety car right now. There's been an incident on track, but officials aren't looking to push for a safety car right now. Just be careful. Drop your speed. Our delta is too low, and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Ну, это меня спасает, конечно. Просто не было красной стрелки нигде, и меня в стену отправляют. Машина, машина безопасности. Да, я знаю, опять у Феррари провал.
ты устаю, Атифи тоже. Не видать кубка конструкторов. Я зря стар. Так если ПСК, какой смысл сейчас рестарт? Сейчас ты на другой тактике, поэтому не рискуй, если они будут останавливаться в любом случае. Кто? Остальные, да? Квадратные гасли нет. Ну, знаю. Знаешь, они тоже, я думаю, не будут двухвора терпеть. У них медиум. Two stops remaining in the strategy. Pit window will open in 10 laps. А он говорит, дождь уже идет. А они где-то на кругу 12 могут поехать. Только те, кто на медиуме. Я говорю, он говорит, дождь уже идет. Пока не уже. Бьет тоже. Ну, он говорит, что дождь вот-вот будет. Но следи за погодой. Okay, we don't think we're far away from some rain. I'll keep you updated as the conditions change. Racing again, the safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car, in this lap, a new strategy is available on the MFD. Кого-то обломок. Нагадайся, с тобой хорошо. Дождь пошел. Green flag. Green flag. We're racing again. Все, что я могу, это их держать. Сколько могу. Потому что я вообще даже не попал в последний поворот, и меня вообще не открыло. The track is getting wetter. Recommend you stay out for now though. We'll be much slower if we move on to inters this early. Check your MFD for a new strategy option. Не опять квадратный выпихнул. Вообще повезло. Квадратный так резко тормозит. Положи меня. Чё? Меня сейчас выбесит, я сам его сейчас в стену отправлю. Да будь ты здорова, господи. Вот Утгард вообще молодец, без сопротивления вообще пропустил сам.
что я не вижу, что я делаю. Не, первый сектор-то мокрый. Чем мокро так-то? Conditions are gonna keep deteriorating for 10 minutes at least. Dries seem like the best tire for now. Не знаю, как я еще держусь среди тяги. Они не заехали. А они, короче, и так поедут. Какая разница, что слики, что дождевые. Может, какое-то преимущество будет небольшое. Лидер не заехал. DRS has been disabled by the stewards. DRS will be offline. Я далеко, послушай. Я слишком далеко. Хотела же еще на промежутке с самого начала. Что-то меня остановило. Надо. Ну я на 10-м месте. Позади квадратного. Какая разница, что промежутки, что не промежутки. Мне все равно быстрее. Даже я вот не помогу. Condition is still looking good.
Есть риск еще и на дождевые перейти. Ты мне дай движок Мерседеса, ну что, попробую обойти. Ahead is 21.0 seconds. Ну, я пробовал Ферстаппена обойти, не получилось. Но без контакта. Ну, у нас разная степень успеха. Потихоньку поднимаюсь. Да нас там Джоуз держит.
Latifi is ahead of you. Our gap to the car in front is 2.2 seconds. They're on old Inters. Their tyres are 5 laps old. The time last lap was a 1 minute 19.4. You're closing in by around 1.4 seconds a lap. Tires at the moment. A new strategy is available on the MFD. Got that confirmed. Мы еще в казино бы не нашел постоянно. Может быть, уже и давно бы их прошел. Там уже укроп повреждено. Не заехал. Продолжение
front is 2.5 seconds. Нет, я также постоянно газ там забрасываю. А, еще писка. Да, перегазовка. Сбрасываю твою скорость. Delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Более когда рядом хочется скорее нажать газ, тут попробовать как-то войти. Он уже про слики думает. We're reaching the point where you're going to start aquaplaning.
complaining with those tires. We think you're all right for now, but it might not be long before we switch to the full wets. У нас разные синоптики. Тебе он про слитый говорит, мне он говорит то, что аквапланирование возможно, поэтому мы подумаем насчет сделай даже. Ну, так-то видно лужу. Пока не на траектории. Сейчас дождевая конфигурированная в одном тоне. Обгоните пилота Рассел, Рассел на петле. Что-то много. Много. Обойдите Рассела, Рассел на питлейн. А, они все заехали. А, они на дождевые. Ну да, сейчас много дождя. Но я думаю, что это ошибка. Они, кроме шутки, едут, в принципе. А дальше условия будут улучшаться, по идее. Now, то, что утихает, вот. Вот, например, Киарта впереди меня не заехал. Заведи меня тоже не заехали. Но он мне предлагает промежуточный. Ой, опять из грязи князи. Хотя пока меня назад откидывают. 3 секунды. Мне тоже предлагает на дождевые переходить. А он не знает, что лучше. Чего у нас там? Ну, посмотрим. А, ты сейчас лидер даже. Даже Латифи рядом. Прикольно. Я то сейчас смотрю просто как директор гонки. Латифи тоже решил поздедовить. Строл не заехал. То есть Хас на очки претендует. Я говорю, из грязи, из грязи в грязи. А, Литлер будет недоволен, если он всю гонку лидировал. Это... комфортно. А вот так вот. То опять не предлагает промежуточный. Так на машину пускают. Не дождевые предлагают. По-прежнему второй круг подряд все говорит, давай на дождевые. Ну, я пока софт держу. Ну, за ними много брызг. Слушай, такой ошибки не сделаем. Первый раз, когда они резко остановился и повредил. И тогда прямо на том рестарте. Вот, если не свернет, то какое-то время поддержит их.
Okay, this is Jeff. I need you to stop cutting the corners. If you keep it up, the steward will award you a penalty. Но поворачивать тяжело. We're trailing our teammate by 3.3 seconds. Our gap behind is 1.5 seconds. А, он говорит, не волнуйся, все в порядке. А я что-то не унесло в сторону. Чуть не на прямочек не сорвало, да. Тифи, что за мной повторяешь? Я снова стал жертвой. Потому что двое разбирались на разных резинах. В итоге меня с собой взяли. То у меня бесконечно прорывы. То вперед, то назад, то вперед, то назад. Подожди, я сейчас чуть получше себя чувствую. Я знаю. Я специально иду на риск. Плюс в Тифе еще не свернул. Держи их там чуть-чуть, их отгоню, потому что они сейчас на пути поедут. А ты че, на дождевые? Только что сейчас я поговорил, что одинаковый темп, условия улучшаются. Те, кто на тождевую, могут на пятый поехать. Пускай на следующий круг едут. Если придержал, спасибо. Так мне пискар придержит. You're doing well out there, keep it up. We're looking at about 10 more minutes of rain. 10 minutes, Inters and Wets will probably have similar pace at the moment. В принципе, и круговки так, но, может, они будут терпеть. Так и я буду терпеть. Ты не знаю, за какой срок жизни у них. Я что-то сомневаюсь, что они 30 кругов могут продержать. Это я знаю, как я назову эту серию. Right, pick up the pace a touch, please. We need to close to within 10 car lengths of the car head. В князе. Да, а мне опять крыло сломали. Ну что они по прямой резко просто берут и тормозят? Цуноды научились, мы так же в Абдали. Ну, это слив. Преимущество, которое могло быть стерли, люди еще не успели. 10 минут left of this rain, then we think it's gonna dry up. 10 minutes confirmed.
go. Все равно тяжеловато пока ехать. Ну и они отстали. Значит, все, дождевые не работают. Seconds. Люди начнут заезжать. Ну, Латифи тоже старые. В чем там Айлот? А на чем там Айлот? Дождевые. Может, еще не все потеряно, если они не будут так заезжать. Standing water off the line. Don't start thinking about slicks just yet. Mm-hmm.
Да, я их теперь очень стремительно выгоняю. Мне никто возражать не будет. Короче, размен позиции. Our gap to the car in front is 3.4 seconds. Ну что, ты так, ты еще, если со штрафом, ну, там он бы и так выиграл, а так ты сейчас только можешь время стереть. Он так быстрее меня едет. Во-вторых, Гасли на промежутках. Пока они его держат. Может, они его поддержат, что я догоню. Там еще и квадратный. А, у них еще между собой борьба. Да, я тут. Сейчас по 2,5 секунды сокращаю. Is 2.4 seconds. Final lap of the race.
If you continue to cut corners, the stewards will give you a penalty. Эх, если бы не 3 секунды. Вот это качели. Жаль, переиграл всех. Заслуженно. Ну, по-моему, 6-й после своего штрафа, но это камбэк был такой вообще на грани безумия. Не думаю, что Айла держал их у всех до последнего вообще. Даже Пенс попробовал подсрезать, чтобы уйти штрафом на 1,5 секунды. Ну, он, кстати, на подиуме. Looking at the podium, you can see that red suit familiar to fans across the globe. A world-class win for a world-class team. Ferrari, do it again. Понятно, кто номер один, да? Смотри, тут аж улыбка-то естественная. Ладно, не было бы штрафа, может, и выиграл бы. Я бы не пропустил его, вот так было логично, что я от него не оторвусь. Ну там без шансов было. А так, ну, без штрафа тоже приехал бы на подиум. Да и был бы подиум, если бы меня не сломали бы опять крыло, я бы с вами боролся бы еще тогда. Что у меня были самые свежие колеса из всех. По временам 1.13. Леклер вообще всрал этого полностью. Столько больше половины лидировал. А теперь я опять лидер. Ну стол он тихо поднялся. В кубке конструкторе. Я говорил, не было. Там почти одинаковое количество, тоже непонятно, кто тут первый. А я сказал, изначально не будем бороться за кубок конструкторов, потому что вместе с ним заехали. Феррари всех переиграл. Тут снова кубки конструкторов еще более яростная борьба пойдет. Good day today. Let's have your take on it. You must feel terrible to have had that finish taken off you. Первое место в личном зачете, как ощущение. Никак. А как раз на Тифи видел довольно. В моем соперничестве у нас по 11. А у меня с царем 19-14. Унижаешь, я думаю. Для Латифи первая победа вместе с первым подиумом. Использовать
и снова новый победитель. Ну, это уникальный сезон. 4 разных победителя. У Квадратного немножко сбилась его потрясающая серия. А могла быть, потому что он что-то заел, там застрял очень сильно. А так бы он был бы третий. Снова. Ну хотя бы заел, это порадуйся. Ты же первый пойдем. Да, я очень рад. Мачка моё. Приносит пользу. Офигенно. Если его уволят в середине сезона, то я буду немножко в шоке. И возьмут Сайнса. И возьмут обратно кого-нибудь из Япошек. Кто там еще есть? Сато. А, может, его возьмут. Я в какой-то момент, ну, отчаялся, но показывает, никогда не сдавался. Зато без рестартов. Да, вообще. Потому что пискар помог Дэйне. Просто в стену отправили. Нищие ничего не смог. Дождь. Come through the fabrication process. We'll have them with us for the next Grand Prix. Ну все, у меня теперь тоже все прокачано, кроме здесь осталось. Только сейчас пришло последнее из шасси. Так что теперь мы в равных условиях. Че, опять повторение? Опять у меня победа во Франции. Ну что, неизвестно, что там за дождь. Вообще квалификация должна быть. Ну, здорово. Твое дело служить. Я не нуждаюсь в твоей помощи.